Всем доброе утро. Ну, большой привет. Мы кое-как встали, уже 2 часа дня, мы только завтракаем, потому что до 5 часов мы все что-то делали. Папа зачем-то тут разложил яйца, хотела красиво показать. Картошечка, сыр, халва, варенье. Ричельто, ричельто. Оливки. Мой любимый сыр, мои любимые помидорки. Дома в общем, завтракаем. Да, всю ночь, конечно, трудно было проснуться. Еще его любимый я. Ну да, еще ты. Проснулась, как будто меня били всю ночь. Ой, так что сегодня будем продолжать. Так что вот так вот. Приятного аппетита всем. А Федосын? Сау, тешеккюрлер, эвладым. Ремонт так веселее, да, Дед? Я думаю, кто там голосит так? Радио, что? Уста. Санатчи. Вирик Санатчи, берем СД. Что, вкусненько? Ням-ням-ням-ням-ням. Опа себе, верю, почему так, да? Тоже выпросила арбузик на ночь глядя. Мама тебе вообще-то бы не давала сейчас. Мне понравилось. Пап, все-таки значит вкусный арбуз. Я еще, я наверное, просто сытая, поэтому мне не вкусно. Ням-ням-ням. Ням, 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 ням. Ирада. А что ты кидаешь-то? Мы же не на улице живем. Не мудай, вчера в Биме купила вот такое средство. Универсальное. Мне так понравилось. Думаю, сниму, может быть, кому-то будет интересно. Запаха нету вообще. Такой аромат, что еле улавливается. Вот, можно и ковры, и мебель, и на, ну и в общем, и кухню, и туалет, все-все-все. Универсальное средство с маслом, с оливковым маслом, вот так называется. Ну, это как бы такое мыло вроде как. В общем, очень классное и экономически расходуется. Буквально там капелька и все вообще. Я вчера и кухню все помыла, и сегодня и холодильник все вымыла, и на этот, господи, и раковину, и кран, все очень хорошо отмывает и не пахнет. Вот это меня очень порадовало, потому что я не переношу запах хлорки. Вот это мне очень трудно, я когда убираюсь, я прям не могу. Да любой, даже не только когда хлорки, вообще все средства, которые сильно пахнут, мне трудно. А этот меня так удивил, абсолютно не пахнет и вполне неплохо отмывает. Ну, я, конечно, им еще, ну, ковры я и не буду им, конечно, чистить. Вот, ну, диван я еще не пробовала. Я завтра попробую, но так отмывает вполне неплохо, хорошо так пенится, мылится. И не оставляет ни разводов, ничего. То есть приятное такое мягкое средство. Я бы назвала его приятное мягкое средство. Вот для тех, кто не любит сильные запахи или у кого аллергия, кто вот эта реакция, да, очень хорошее средство. Обратите внимание, знаете, сколько стоит? Примерно 6 турецких лир, я как помню. Ну, могу ошибаться. В общем, 5-6 лир. Недорогое, 1,5 литра и вполне себе ничего такое. Я думаю, даже можно и для полов его использовать. Здесь вот две крышечки, разбавляешь и в воде и моешь. В общем, хотела вам показать.
Здравствуйте. Это лукум. Вот такой вот. Он, ну, не твердый, такой мягенький. Вот печенюшки. Что делает мой муж? Заминает лукумчик и чик и построил дом. Это очень вкусно. Да, очень вкусно. Тут разные начинки. Вот красная, желтенькая есть. Вот. Лайфхак. Это называется гюллюлюкум. Да, гюллюлюкум. Из розы. Розовый. В общем, лайфхак. Как сделать из дешевых печенек дорогие. Взять лукум. Гордон. Положи туда. Че, виледовосто, пакет. Да. Ну попробуй, вкусно, а то вдруг вот ты сам не ешь такое. Вкусно? Ну все, закончился ремонт, слава богу. Везде все покрасили, все потолки побелили, все перемыли. В общем, не квартира, а просто как огурчик. Чистенько, хорошо. Ну, только, конечно, еще есть много что убирать, перебирать. Но это уже завтра. Сегодня я вымоталась ужасно. Я редко, хотя устаю, вообще очень энергично, но очень устала, еще народу много. Муж сейчас с Радой повез их домой. Вот я сижу, отдыхаю, смотрю песни. И в шоке нахожусь. Думаю, господи, слава богу, мы все сделали, потому что вообще было очень трудно. Слава богу, дети не мешали особо, поэтому прошло все нормально. Только, конечно, обидно. Муж передвигал кровать Джерюшкину, сломал. Там нельзя сделать, там такое дерево, будем отдавать в ремонт. Вот. И еще брат сломал мой стол, который с зеркалом. Слава богу, зеркало не разбил. Вот. Так что капец. Ну, бывает. Будем чинить. Я говорю, еще мы раз захотим что-нибудь где-нибудь переставить, и точно мебели у нас уже не будет. Яйца поставила варить на завтра, краску не нашла и уже решила не заморачиваться, так устала. Я вышла из ситуации, завтра увидите как. Вот, так что вот так. Буду с вами прощаться, увидимся завтра. Всем пока!